Я позвал подписчиков из Дискорда и стримеров, чтобы выяснить, кто круче прячется на нашей новой карте Bank Prop Hunt. Погнали. Опа, и я, видимо, прячусь. Найс. Let's go. W. Я сейчас прячусь в мусорном ведре. Ага, получай, сынок. Так, а я кто? О, я прячусь, балдеж. Полетели. О, я прячусь. Ребят, смотрите, какая картина на фоне, да, стоит? Ну дает, блин. Ага, прячемся. Опа, я прячусь. You are hater. Осуждаю, на всякий случай. Так, мне нужно какое-нибудь такое место. Какое-нибудь место такое интересное. Где меня точно не найдут. О, Кас. Кем будет Кас? Вот это, по-моему, имба. Подожди, сикер — это тот, кто, ну, сикает, да, то есть, ищет. А я, получается, хидер. Главное, букву П не убирать. Вот. Буду бургером. Возьму жесткий бургер, пойду на крышу и буду сидеть на крыше. Мне кажется, это вообще гениально. И меня 100% никто не найдет. Да почему я не могу залезть? У меня лестница переигрывает. Может, мусором просто стать реально? Просто чисто отборнейший мусор. Ну вот так, спрячусь электрощитком. Как он мусоркой стал? Как они... Как на мусорку? Как мусор стать? Как? Может, я слитком золота? Вроде нормальная тема. Должно быть. Вот так, сидим, все. Что-то Нейман там что-то бегает, что-то делает. Вот это мне нравится, вот это прятки настоящие. Это прятки... Нормально. Илья фикс прайс машинкой решил спрятаться. Его ж вообще не видно. Тут можно прыгнуть? Все. Это гениально. Все, меня не найдут. Я буду просто сидеть под какой-то трубой. Изи. Я являюсь сейчас мусором просто, настоящим, отборным. Ну, мне кажется, меня еще не убили, просто потому что здесь никого не было. Мне кажется, мне очень... Могу ли я сюда наверх запрыгнуть? Ну-ка, давайте попробуем. Нифига себе. Имба спот. Да, ну чел все расстреливает. Сейчас все, это мне, по-моему. ГГ. Да. Ты ебаный мусор, ты можешь не бегать здесь? Я буду убегать! Как мне перестать-то? Как перестать быть мусором? О. Машина. Нейман ходит просто в персонаже. Что за гений? Что я сделал? Я застрял! Вижу, Ял хитрюга, тот знает, как надо. А-а-а, я застрял в текстурах! Что? Нет, ну реально, это же был классный спот, чтобы спрятаться. Ну реально. Ну а как ты хотел? Когда ты смотришь ролик, обязательно зацени нашу карту с друзьями и попытайся спрятаться в самом неожиданном месте. А крутых мест там реально очень много. Зайти на карту можешь по коду, который видишь на экране, либо просто вписывай в поиске Bank Prop Hunt. О! Тихо, малыш, куда ты пришел? Самое безопасное, ребята, место для пряток — это сортир, если что, в банке. Ну слушайте, он какой-то, мне кажется, он какой-то туповатый. Он реально сейчас начнет просто по полу шмалять. Только даже не думай, сынок. Все, умом, кто скажет нет, ну, осуждаю максимально. Так, ну звука мы не издаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, звука нет, ушел. Хорош. Ну я походу перехитрил всех. А Яла походу нет, вон там Винки еще прячется. Чисто помойка какая-то. Только не по полу, пожалуйста, просто не трогай меня сейчас. Тихо, малыш, хорошо. Посиди в туалете, пока сынок подумает над своим поведением. А ну. Что? А откуда меня вообще убили? Сука ты. Подожди, у нас Нейман прячется, и Винки, и Дэвин? Да, я видел то, что Нейман не перевоплощался, я за ним подглядывал. Тихо. Что ты? Нет, только не по меня, только не в пол. Хорошо, он не попал. Шкерит. Во, нашел его, убил! Легенда. Уехал. Сюда. W. Это кто? Это кто был? Это я. Тихо, братишка, хорошо. Как же он прошелся по этому мусору? Тихо, только не в пол, только нет. Нет, за что? Сыночек. Окей, next round. О, я прячусь, ребят. Let's go next. Ну, кстати, это было близко. Я в теории мог выиграть, если бы со мной не спрятался еще один просто какой-то туполоп. О, я искатель. Ну все, ГГ вам всем, ребятки. От меня не скрыться. Все идеально. Это мой спот. Я буду здесь прятаться. Все, я не буду становиться человеком. Так, я стану стаканчиком и буду бегать стаканчиком, окей? Маленький стаканчик. Поставить камерой и куда-нибудь вот сюда, например. Ну, кстати, я реально как камера, по сути.
Кто звонит? Сначала прочекиваем улицы. Он, куда бежишь? Стоять! Ага, Informal Snake. По-моему, я вообще какой-то гений поисков. Есть такое? Блять. Ой, там кто-то бежал, я видел его. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, нет, нет. Тут кто-то бегал. Сука, мини. Это что за 5-литровка колы бежит? Бро! Бро, 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 подожди, подожди. Честно, не буду пить. О, ушел Хофикс. Опять какой-то просто мусор рядом со мной просто встает в угол. Нет. Не-не-не, иди отсюда, иди. И уходи. Уходи, правильно, все, хорош, хорош. Что? Чего, простите? Что это такое? Ну что, мы играем в подлянку тогда? Я сыграю подло, очень подло сыграю, вот так. Не-не-не-не-не, иди отсюда. Иди, уходи. Не-не-не-не-нет! Ну! Ну ты сука, конечно. Ну пока нормально, на самом деле, пока живу. Ага. У меня в туалетах где-то ходят. О, нашел, убил. Все, двое. Где ты там сидишь? Извините, ребята, это очень подлая игра. Это самая подлая игра, которую я видел. Извините, пожалуйста, ребят, но... Иди сюда! А что, как почему Владик прячется до сих пор, блядь? То, я не прячусь, секунду. Ты притворился Стеллой, стоишь. Все, всех нашли? Нет, один выиграл, Роберс. Нет. А, нашли, да? Роберт выиграл, поздравим Роберта аплодисментами! Роберс, let's go! Кем я буду прятаться? Я не знаю. Нужно найти что-то маленькое. Я нашел гениальную локу, только для этого нужен какой-то маленький предмет. Есть какие-то купюры мелкие. О, все! Это гениальность. Смотрите, меня не найдут. Ставлю просто свое очко. О! О! Кстати, ребят, follow us on Twitter. Мне кажется, я просто идиот. Мне кажется, я просто дебил. Все, спрятались. Не видно должно быть меня вообще. Стоять! Я обязательно. О, я мусор. Похуй мне. Я мусор, я просто грязный мусор, блядь. Я хочу быть слиточком, я за слитка хочу победить. Лектор практически вопрошает. Скажите, кто был храбрее Александра Невского, мудрее Сократа, справедливее Соломона, честнее Вашингтона, остроумнее Чехова и прекраснее Аполлона? В тишине с последнего ряда раздается голос. Первый муж моей жены. Все. Меня не найти, это 100%. Поменьше, каким-нибудь поменьше. Ну, почему? Может это, ну, так вот, типа, чтоб... Ну, мне кажется, это полный бред. Зачем я занимаюсь сейчас вообще? Тут что, дырка? Не-н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 е
иди, то иди. Ты иди! Дикрас мусор. Винкин тоже какой-то мусор. Бля, почему все мусор? Я тоже мусор. Я хочу быть мусорным пакетом и сидеть в болоте. Ну не надо! Ну... Он не понял, где он подумал сверху. О, брат, стоит. Мусором прикинулся. О, Морозов, гений, он мою идею своровал. Ты сука. Вот молодец, ушел, потому что я очки надел. Я в очках, следовательно, меня не видно. Не-не-не-не-не-не-не, ну уйди, ну что ты такой дотошный? Он думает, что снизу, да уйди! О, какой ты душный! Душнила! Ну ты душнила, ну... О! Ёпер-бобер, ёпер-бобер, ёпер-бобер. Я еще так лежу идеально, вот прям вот. Ну то есть это надо быть, ну, полным дебилом сейчас, чтобы по мне стрельнуть. Ну давайте, СНК, попробуем. Вы думаете, почему осталось двое? Ну что я буквально невидим. У нас офис остался. Ну че вы там, ёпта. О, слышу, слышу, ходит где-то. С никаким скином. Ой, ушел, ушел. Ну вот, сука. Соси Хофикс. А, нет, что искать? С Питером Гриффином. Сейчас придется искать меня. Ну что, Винкич, мы ищем, получается. Да, нормально. Как же он тебя пытается сожрать. Давай чисто с тобой, кто больше найдет за раунд. О, давай, челлендж. Я люблю. Так, короче, у меня была идея. Вот такая. Сейчас. Все, встал. Как родной. Как родной. Электрический ящик. Почему я объясняю свою логику? Почему я стал... Не, ну это руина! Уйди! Не, ну ты чё, гонишь что ли? Автомобиль! Короче, идея. Я электрический щиток. Электрический щиток — это электричество. Электричество — это плохо. Вот.
И там знак желтый, что нельзя руками трогать. Поэтому электрический щиток будет стрелять только, ну, совсем отбитый долбоеб. Либо я найду того самого отбитого дурака, который стреляет в электрические щитки. Либо я выиграю. Так. Нихуя я гений, да? Егор, иди нахуй. 13 секунд, кем быть? Сейчас найдем купюру денег и хочу залезть на вот этот вот столб. Я думаю, это 100% меня там никто не найдет. Самое главное, запаркурить туда как-нибудь. О! О! Ну и куда ты на мое место встал, дружочек? Так, нужно попробовать запрыгнуть будет наверх сюда. Сразу берем голд слиток и полетели. Вот так. Я думаю, меня не найдут. Это невозможно найти. А может просто с крыши спрыгнуть? А что? Идея. Раз, два, три. Эти, о, как о, их о, называть? Полетел, алло. Телефон звонит. Алло? Я тоже? Алло? Ну как там с деньгами? Так, кто больше найдет, да, окей. А что, подожди, смотри, первый. Что, он стоял просто реально? Просто стоял, он уснул. За компьютером спит, сыночек. О, еще кто-то зеленькает. Я уже слышал зеленчок. Где-то сверху здесь, на дереве, может. Ага, так. Собираем монеты. Заметил, по мусору сложно попасть именно. Он, то есть, непонятно, кто именно, какая бутылка это является человеком. Просто тут мусор еще может быть, знаешь, не просто мусор. А, ну да. Необыкновенный мусор. Ой, ну работает. Блин, писить захотел. А если я сейчас пойду пописить, ну типа, а я успею? Проверим. Нужен эксперимент. Один момент, ребят. Как? Ну чел знает просто, что это. А, нет. Кто ты? Воин. Уходи, давай. Ну слушай, как будто место неплохое. На самом деле. Но как? Нет. О, что это бежит? Беги! Деньги убегают по деревьям. Где я бегу? Реально? Да-да-да. Нет, 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 нет! Где он? Вот, бежит, бежит. Не-не-не, бро. Успокойся. Смотри, прям перед... Я его не найду, но это трэш. Я все, его потерял. Все. Просто пачка денег от меня убежала. Вот оно звеленчит. Сука, я ж не понимаю, где. Блин, не понимает. Опа-на! Так, ну думаю... Блин, вот так вот показываю. Вы же не видите... Мне сейчас секунду пришла вот в моменте гениальная идея. А что если спрятаться прямо в самом начале? Это гениально? Мне кажется, как будто бы никто не будет искать там, где они выходят. Это гениально. Я хочу чуть-чуть подвинуться в моменте. Бля. Оно да, еще. Вот мне еще звук. И кто-то свистит. Слышь, свистит, падла какая-то. А, специально типа звук издает? А, да, да, кто-то сидит вот тут и свистит. Я пока единственное, кого нашел, того, кто АФКшил. Меня что ли? Ты АФКшил? Я пописить пошел. А он туда не считается, даже не считается, что тебя нашли, если писать ходил. Ой, малыш Хофик сбежит. Беги, беги, пока можешь. Надеюсь, меня не заметили. А кто меня убил? Я. А, да? Потом, пожалуйста, монтажер, все сделай, что я говорил про это. У меня была стратегия, был электрическим щитком, и я сделал вывод, что только долбоеб будет в него стрелять. Так, ребят, все остановились, все, не ищите никого, не ищите. Стойте, вот замрите, у нас 3 минуты 20 секунд, замрите, 4 секунды. Слушай, у меня мусор бегает. Кас, по-моему, тоже настолько гениален, как я, ну, плюс-минус. Спрятаться там, где никто не будет искать, это IQ 200 должно быть. Ну, все, да? Лол! Вот ой, где-то в комнате ты... очень много здесь тут. Я смотрю по камерам, сейчас я вам скажу, где. Я надеюсь, меня невозможно будет найти, я смогу победить. Нет! Беги! Ой, я случайно Морозова нашел. Не то чтобы прям я его, ну, знал, что он там, но просто случайно вот так получилось. Просто нужно бежать. Морозов, кто это вообще? Он уходит от меня, пачка денег. Не, он ушел, он сбежал. Ну вот какая крыса просто вот эта вот, морозовская. Вы посмотрите, он убежал и чуть меня не спалил. Просто что это? Нет. А, пачка денег. Он у меня бежал по деревьям, чел прыгал вначале, сам я его упустил. Не, он сейчас здесь, пачка денег. Но я дал ему уйти, но я просто ему намекнул, я не стал его убивать, что я знаю, где он. А, он убежал? Он знал, где он прячется. Дал ему уйти, да. Нифига, он гений или что? А вот и пачка денег, вот он попался. О, кто нашел? Есть, Морозова грохнули. Меня не надо, меня не трогайте. Нет, не надо, бро, не... Бро, ну не нужно стрелять. И ты тоже не стреляй. Вот опять оно звеленькнуло где-то, ну... Слушай, я ни одного не нашел, я не знаю, как искать вообще, я никудышный искатель. Я как вы ищете? Объясните мне. По запаху, видимо. Я обязан жить, я просто обязан жить. Нет, ну...
Морозов, я тебе помог, если что. Да? Ну, я тебе показал, что я знаю, где ты. Я пришел к тебе. И что, ты хочешь, чтобы он тебе теперь не искал тебя в следующий раунд? Да не, можно просто расплатиться натурой. Да просто лям баксов скинуть на карту. Фотку в трусиках. Че, какие фотки? Сколько у тебя денег? А я теперь богатый вообще. У меня все, карта в реках 2К онлайна, все, работаем, ребят. А я думал, это после ТикТока в костюме кошечки из латекса у тебя спонсоры нашлись. Ну это на OnlyFans выложено. Реально ТикТок записался в костюме кошечки, чтобы пропиарить карту? Ял уже, блядь, покупает костюм, смотрите, заказывает прямо сейчас на Wildberries. Я прям сейчас я уже все оформляю. Если бы ты сказал да, и что у тебя набрал этот ТикТок, я бы прям сейчас побежал бы и какой-нибудь костюм бы себе купил. У нас касс прячется, мы касса не нашли, это как? 46 секунд, ребят. Пацаны, 40 секунд осталось, пожалуйста. Не стоит, оно того не стоит. Так, нашли касса, кстати, остался последний. Ну нет, ну почему? Я так хотел, чтобы касса не нашли. Он где-то на первом был. Красава, касса. Ну все, он выиграл, походу. Возможно, да. Один остался, я не знаю. Ну все, он выиграл. Реально, Игрик! Хорош, Игрик, легенда. Респект! Drop a like, add to favorite, to support us. Все поняли? Какие хасы? Ага. The Last of Us. Я искатель. Так, ребят, ну что, нормально? Что за банда такая? Хай, кабаны. Не знаю, во что я превращусь. Сейчас будет байт на лохов. Да ебаный хайдер опять. Сколько можно? Так, ладно. Деньги. Я все еще буду пытаться залезть на вот этот вот, мать его, фонарь. Либо просто как тот раз от Винки убегать по деревьям, как шимпанзе. Я хочу попробовать спрятаться самым маленьким предметом. Накрыл карты. Телефон звонит, все, на выход. Все, ищем, идем искать всех. Ладно, придется так спрятаться. Есть вот такое вот прекрасное место, называется Толкан. Вообще пачка денег, это так-то норм. Но надо найти всех, у нас есть 5 минут. Вот я слышу, вот оно беликает, но, сука, я не понимаю, где. Ай! Че? У тебя коробка сзади тебя. Да, я вижу, огромная. Ну, Егор Крид, уходи. Я просто Егор Крид в пати. Это что встало? Я практически под машиной, практически, чуть-чуть под машину бы еще залезть сейчас как-нибудь. Нам, знаете, что надо? Нам в первую очередь надо найти Морозова. Кем вообще Морозов может быть? Кем-то он таким, знаешь... Какой-нибудь, я не знаю, стаканчик, может быть, что-то вот такое. Галимый какой-то. Опять Морозов со мной здесь, что он тут делает? О! А, на улице чел, Егор, за тобой, зелененький какой-то. Беги! Нет! Нет, беги! Ха-ха-ха, убегает один. Ушел! Егора Крида обманули. Я просто Джонси, который просто стоит, никого не трогает. Блядь. Гэнг. Бэнг. Чё нахрен? Что за на... Это что такое? Тип просто сидит, отдыхает. Морозова убили. Ну вот, что-то пиликает, но я не понимаю где. О! Ранил! Вот эта коробка. Не-не-не, а... Вот он сидит, Игорь, глянь. На просвете сидел. Я его прям как таможенник. Просветил. Как священник. Сука! Ну я... Блин. Я Неймана нашел. Бегал от меня туалетной бумагой. Туалетный Нейман. Пальчики двое здесь. Сука стоит, слушает. Сука. Я тут нашел одного гения, ну как бы тут, ну, но я не буду его палить. У него настолько гениальное место. Давай я его спалю. Давай. Если что, он человек. Так, тебе подсказочку. В смысле, серьезно? Кто-то прячется? Это как Нейман сейчас? Да, да, да. Максимально очевидное место, но я бы не нашел. Блин, вот мы сделали такую карту, я бегаю, просто собираю гребаные монетки. Я не могу остановиться. Да ты лудоман. А сколько мы еще не нашли? Три человека. Винкич еще! Где Винки? Ну да, ну конечно, то, что я пачка денег, это, конечно, выдает меня, но... О, Хофикс нашел, там просто... А он сидит просто, блядь, муравей такой на раскладушке. Я про него и говорил. С игрушками хотя бы. О! Нифига себе, кто-то люком прятался. Я что, гений? Ну это супер незаметно. Это прям очень незаметно. Я могу выиграть эту игру. Вот что-то пикает еще. Я по камерам сейчас еще посмотрю. Блин, а можно мне тоже камеры посмотреть? Откуда? Иди сюда. А с Винкой осталось. Тихо. Спокойно. Спокойно. Минута, всего лишь минута.
страшно. Винкич гений? Дайте звуку, хватит стрелять. Реально Винки 11, у него 1.5 минуты, он выиграет сейчас. Не-не-не, мы найдем. Я по камерам смотрю. Зачем он встал сюда вот наверх? Так, он сейчас будет, он пытаться будет прислушиваться ко всему, я думаю. Я по камерам его не вижу, соответственно, я предполагаю, что он где-то на камере сидит. Посмотрите внимательно. А, да-да-да, кстати, может быть такое. Сейчас я проверю все камеры. Я его нашел. На камере сидит? Нет! А как он меня нашел? Он просто бордюр какой-то. Не-не-не, он из Питера, поребрик, да, Винки? Как он меня нашел? Да я говорю, он читами денег. Играет какими-то, я не знаю, он всех находит. Да я не читаю. Я не знаю, зачем его позвал, блин. Блять, из-за всех в Fortnite побеждает. Нахуй звали, реально. Мороза вообще никого звать не надо, мне кажется, блять. Ладно, ладно, я шучу, не, это все шутки, это все на контент. Ёбаный Мороза вообще подходил. О, я ищу, наконец-то! О, я ищу, наконец-то! Так, я прячусь сюда. А можно попробовать в этот раз на крыше, в принципе, тоже там потуситься немного. Вот это маленькая блядская ведерка. Так. Ну, попробуем спрятаться вот так, как сейчас. Попытка, я не знаю, 508-я залезть все еще на эту штуку. Да почему я не могу залить? Может, снова камерой попробовать? Ну, это крайне странно. Блин, вот кем мне спрятаться, чтобы меня вот прям 100% не нашли? Вот кем? Лопатой? Я буду голдой. О, все! Опа, тут еще и видос показывают для тех, кто ищет. Ну, типа, я лопата. О, нет, Питер, видите? Так, ну это очевидно было. Я вас сразу же просто находил. Так, Эликсир сразу dead. Иди ты нахрен. Ну шо вы, ребята, где вы ходите? О, Винкью. Винкью, толчок. Ну не знаю, ну просто как будто бы по этому месту я бы не стал стрелять. Хотя это выглядит очень странно. Вот тут чел, он должен уйти, и тогда я побегу отсюда. Рюкзак полетел рюкзак. За ним все в путь, смотри. Я думаю, что Морозов, если жив, он точно где-то на очках. Со мной даже никого нет. Поближе с кем? С кем пообщаться тут? О, Питер! Блять. А вон там голова скачет. Угу, пососи. Тут голова ускакала какая-то. Шо ты, голова? Спасибо. Меня Каз грохнул. Он нашел меня. Не дай бог мне. Нет, беги! Я застрял в поребрихе. Нет, не убьешь. Бэмс. Удачи. Нет. Да... А чё, один игрок остался? Один, да. Как вас нашли? Легко нашли, да? Вы Галима спрятались, видимо. Ну нет, просто я искал. Ну, я спрятался очень плохо. Я видел, Винки вообще был камерой. Да, я был... А ты был каким-то ковриком, блядским. Я был голдой, я вообще думал, что ты унитаз. А-а-а, бля. Ты стал унитазом Доры? Нет, я стал унитазом Дурой. Я дура унитаз. Чтобы с питерцами быть на одном вайбе, надо там находиться, да. Какой кошмар. Все, ребят, я в эту игру сегодня первый и последний раз зашел. Не того человека сделали популярным. О, все, мы победили. Да, моя команда. Сюда. Морозик, солнышко. Морозик, со мной солнышко. Мой любимый Хофикс. Я со своим пупсиком. Всех накуканим на бутылку. У меня... Все. У меня, деньги, походу, игра были... Что с моей игрой? Пиздит. Игрой. Специально игру закрыл, чтобы мы не искали. Проверяй. Я не могу. Меня залагало все. О, лагает все. О. Я не могу ничего. А, ребят, не ищите, пожалуйста, не ищите. Меня реально залагало. Ну, в смысле, чего они ржут? Так, сейчас я попробую сыграть точно так же, как и прошлый раунд. Ну все. Я считаю, что это место отличное. Так, все, прячемся. О, смотри. Слышишь, шебуршит кто-то, блядь. Да. Свисти, давай зубы выбьем. Какая-то мразь свистит. Подожди, где-то здесь он. Не, как будто бы внутри есть. Ну что я спрятался? Ну кем я спрятался? Ну, он же найдет меня сейчас сразу же. Ой. Интересно, а если я здесь перестану быть предметом, что со мной станет? Какая-то мразь свистит. МБ сверху? Оп, вот он, блядь, попался, ёбаный. Ушел. Вот, смотри, блядь, это гений Морозов, смотри. Долби его. О! Ушел. Ну иди, выходи, пожалуйста. Ну это реально интересно. Прям очень хорошее место, потому что мне вообще все видно. Но при этом я в таком прям, ну я не знаю, вот сюда я бы просто так стрелять бы не стал.
Ааа! Блин, ну типа грязная кружка. Кому она нахуй сралась с чайным налетом? Там просто сушняк у человека мучил. Не, на улице кто-то еще свистит до сих пор. На дереве может? Может быть. Забиваем. О, бабанка! Питер! О, слушай, на всякий случай. Откуда он узнал? Бежит, смотрите. Вот она, пачка денег, убегает. Ну нет, сука. А, блин, 50 тысяч долларов, не блин. Успели убежать. О, я нашел одного. Давай, давай, долби. Придут ли сейчас за мной? Ну, наверное, скорее всего. Тихо, 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 тихо. Я за тобой наблюдаю, братишка. Это нормально, мне это прям очень хорошее место. Я не понимаю, где-то как будто на улице, но не на улице. Винки в тот раз спрятался прям вот в столбу. Прям. Блин, ну я знаю, где все находятся, по идее. Пали нахуй всех, давай, блядь. Давай, давай. Да не буду я так делать. Давай, спали всех, давай. Кукань их. А кто еще прячется? Винк ее опять, это что за гений? Не, ну я не буду палить никого. Понимаете, они смотрят вниз. В то время, как я нахожусь сверху, вы понимаете, насколько это гениально вообще. Это просто лучшее место. Нет! О, убегает. Тихо, нет. Винки побежал, полетел. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. А, его убили, все. Так, о, Винки, все. Один остался. Прогресс какой-то. Ну, ты карту устроил, понятно, тебя хуй найдешь тут. Я уверен, вы меня найдете. Он где-то вот в части, я не знаю, где подвал. Я нашел его! Я нашел! Чел, блядь, ну иди нахуй. Ну просто. Да я не читер! Как он тильтует. Я думаю, что-то большое точно стрелять не будут. Это же всегда гениально. Знаете, вот это вот. Хочешь что-то спрятать, спрячь это в видном месте. Я, короче, гений. Я закрыл гараж. Они просто не зайдут сюда. Какой шанс у меня на победу? Я думаю, плюс-минус где-то ноль. Может, такой штукой стать? Ну, реально. Кто прибежал? Бля, ну вот долбоёб, но... Ой! Нифига, какой крутой стаканчик! Вы видели? Вы видели, как будто ветер подул? Блин, такая крутая карта, здесь даже ветер, погодные условия этот. Что там происходит, я не понимаю. Пойдемте, скорее искать. Но это... Что? Что они там делают? Ой, он бежит! Блин, ну это совсем отбитый, блядь, какой-то. Вообще, у меня неплохое место. У меня как будто бы я вот слился с местностью, реально. Ну, либо так можно прятаться, да, тоже вариант. Ой, а кто-то такси заказывал? Тут такси едет на улице. Кто-то такси заказывал? Ой, его нашли? Найс. Я, кстати, сквозь стены научился заходить. Если вот пойдете, я вас могу тоже научить. Тут просто прикольно. Ребят, стратегия рабочая, они не поняли. Нет, Егор Крид! О, Винки, вставай на меня! А, Винки вообще гений. Прикольно. Так, ой. Я с вами, ребят, всем здорово. Тут, короче, машина, и если на ней скакать, то она раскачивается. Ее можно жестко раскачать. Да, это победа, ребят. Ну зачем? Я не понимаю, что тут Егор Криду маслом намазано или что? А где Винки вообще? Он же тут был. У нас тут трое стоит, что мы тут втроем прячемся в одном месте. Я думал, меня не найдут изначально, конечно, я там так хорошо стал. Да, ты очень хорошо спрятался. Я не видел где, но мне кажется, ты очень жестко. Ой. Такая искренность была прям. Только не в меня! Просто в Морозова стреляй. Мы проиграли, ребят. Ну, сильно. Как же мы хорошо спрятались просто. Как же мы идеально здесь стоим. Какие же мы гении, просто я, Винки и Джамп. 10, 9, 1. Найс! Боже! Какие же мы гении просто с Винки. На прощание. Предлагаю всем стать катафалками и проехаться по центру. Для контент. А кто кто ищет у нас? Да, покажите краску. Давай, 3 попытки, чтобы найти Яла. Тракторы, уберите тракторы, подожди. Ебучий трактор, сын полей. Ну, уедь отсюда. Все. А что, это что был за кикфлип? Нихуя он. Ого, кикфлип на машине. Итак, всем привет. У нас первый сезон. Да, угадать нужно. Именно Яла машин. Если ты ее найдешь, тогда ты проходишь следующий этап битвы экстрасенсов. Все. Это не я. А, еще две попытки. Ну что они танцуют все? Да ебанутые автомобили. Это Яла. Нет, это Тишка. Ладно. Не будь ей. Ладно, на самом деле только я знаю. Кто меня убил? АД-16. Ну все. Красава. Если хочешь участвовать в съемках подобных роликов, обязательно подпишись на мой телеграм. Там я делюсь инфой из жизни в кружочках, оповещаю о стримах, ну и просто общаюсь с вами на разные темы.